Вот, я, в общем, ввел секретную комбинацию. Итак, что же сейчас произойдет? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и это снова вот это вот вечно зевающая унылая морда Балди, который у нас устал. Tired Baldi. Игра обновилась, представляете себе? Наряду с Baldi's Basics and a Little Bit of Everything, наряду с Baldi's Basics and Lots of Content и оригинальной, в общем-то, игрой про Балди, вот это вот тоже обновилось. Вот эта модификация, в которой все ходят сонные, все хотят немножечко подремать и вообще на обучение на это все насрать, да? Математическое. Тоже обновление. Так, ну он говорит, что он очень устал, что гром какой-то там. Закажи, принеси мне 7 чашек кофе, да-да-да. Но это не самое главное. Мне очень нравится, как автор озвучивает зевоту. Вот, он просто к микрофону так наносится, так, классно, браво, браво, просто по-станиславскому, да. Лучше 10 диваний из 10. Итак, секретный код мы можем видеть. Вот, собственно, что очень важно в этом обновлении. Так как секретный код чертовски длинный, я, наверное, знаете, возьму его и сфотографирую. Балди, улыбнись. Ну, улыбнись. Ну, тебя фотографируют, вот, падла. Я его уже сфотографировал, он даже не улыбнулся. Ну, собака такая лысая. Секретный код у нас. Так, я его вижу, он у меня сейчас прямо перед глазами. Куда же его нужно будет вводить? А вводить его нужно будет во второй блокнот. Но перед этим, ребята, мы просто-напросто сейчас соберем... Все, что мы должны собрать вот здесь. Яун, вот, яун, замечательный яун, просто зевающий яун, лысый такой, красногубчатый. А shiny car, да. Как обычно. Какой же ты мудак, а? Все-таки я это сделал. Все-таки я зевнул. Ну что, правильно, я могу. Я не объявлял антизевального челленджа, как в прошлой серии, поэтому чего бы и не зевнуть. Давайте, минус 3, 3. И вот сейчас нужно безошибочно, аккуратненько ввести это говно. Так. Честно говоря, вот эти звуки будут меня немножко отвлекать. 19.05. 03.18. Все правильно, да? 03.18. 0.5.20. Он прям все это будет озвучивать, серьезно? А, equals. Но если он сказал equals, то окей. Вот, я, в общем, ввел секретную комбинацию. Итак, что же сейчас произойдет? Подожди. Что происходит? Какого пичтимичиса ты тут делаешь? Ой, здорово. Baldi's офис. Так, погодите. Погодите, хорошо, допустим так, а это обычно мы подбираемся к офису Балди, чтобы вы понимали, после того во всех модификациях это было, когда мы неправильно отвечаем на абсолютно все вопросы. Ну и, соответственно, сбегаем из школы. А здесь мы это получаем, просто ответив неправильно. Хорошо, а что же будет, если в этой модификации, неправильно ответив на все вопросы, сбежать из школы, мне просто интересно. Наверное, то же самое или что-то другое. Ед. Ха, здорово! Так, это наш сонный геометрически изнасилованный Балди, вот он. Oh, well, hello there, my dear friend. Ну, здравствуй, дорогуша. Добро пожаловать. I'm sorry about what I said to you the last time you were here. Извини за то, что сказал последний раз, когда ты был. It was the most stupidest idea I have ever made in my whole entire life. Это была моя самая тупая идея за всю жизнь. I could see that Baldi is asleep. Я вижу, Балди спит. And I respect it this time. Я это уважаю. I know you tried your very best to wake him up. Я знаю, ты старался его разбудить. Coffee as you can stuff. Anyway, так you might come here for these three reasons. One, я здесь по трем причинам. Because you entered the code 190. Первое, потому что ты ввел код, диктует код, соответственно. Да по, я знаю, что я ввел, закрой свой хлебал, давай дальше. Чего? Because you got all the math problems wrong and won this mod without even hacking it, because you have excellent and lucky Baldi's basic skills. Anyway,
Here's your prize for coming to Baldi's office. Короче, вот твой приз за то, что попал в офис. For you to enter on the Yukon ThinkPad for the next time you start this mod. And I recommend writing them down. Он говорит, что вот это надо ввести. Вот, я как чувствовал, я сфоткал на всякий случай. Whatever you want to write with. Before I crash this game. Starting now. You have 5 minutes. У тебя 5 минут. Да что 5? Я записал уже, чувак. Я уже сфотографировал эту комбинацию. У меня вопрос-то в другом. Мне это надо вводить будет. Боже, мне это надо будет ввести. Он мне там говорил, знаешь, я вкратце перечисляю. Ты здесь оказался по следующим причинам, в этом кабинете. Ты оказался тут, потому что ты ввел секретный код во второй блокнот. Либо ты оказался тут, потому что ты ответил на все вопросы неправильно. То есть он, по сути, ответил на мой вопрос, что я задал, прежде чем зайти в этот кабинет. А если ответить на все вопросы неправильно, что будет, вот это и будет. Мы попадем сюда, увидим вот эту срань, вот это вот ссаное говно, которое мне говорит, запиши, дает мне целых 5 минут, но я уже его сфотографировал, а потом мне надо будет это ввести, вы понимаете? Или это один код, или это много разных кодов. Вот мне что же интересно. Может быть, попробовать ввести в начале 2301. Давайте это самое. Yes. Я не знаю, а может мне не выходить пока из этой комнаты? Может быть, он сказал, что... 4 минуты осталось. Он сказал, что он крашнет игру через 5 минут. Давайте это проверим. Может, он врет. Может, он не крашнет эту игру. Может быть, что-то еще будет. Кто его вообще знает, этого козла, а? Посмотри на эту рожу-то хитрую. Он еще может... Тут еще может какой-то сюрприз будет через минуту, а? Может быть, эта игра закончится не так, нетипично. Кто его знает? Кто его, блин, знает? Так, ну ладно, слушайте, давайте проверять. Сейчас осталось уже буквально там секунд, наверное, 20. Балди, мы чё? Тут еще нас что-то ждет, или может мне выйти из игры все-таки? А то сейчас игра крашнется, блин, это не очень хорошо будет, если она реально крашнется. Так, ну чё, сволочь ты такая, ты это... Ты на полном серьезе хочешь, чтобы я вот это делал, да? Он реально хочет, чтобы я это делал? Охренеть! Просто охренеть. Не, ребят, это ж невозможно. Это ж невозможно. Я это буду вводить до завтрашнего дня. Я представляю себе этот кошмар. You have 3 minutes left. Он говорит, остался... Ой, ну ладно, все, давайте выйдем из игры. Так, давайте выйдем из игры. 3 минуты еще ждать я не увижу. Так, смотрите. Значит, сейчас я попробую это сделать. А что? А что вы думали? Ты думал, Балди, меня это остановит? Твои вот эти длинные... Меня остановит? Серьезно? Ты меня плохо знаешь, Балди. Ты плохо меня знаешь. Я сейчас все введу, что надо. Но, скорее всего, это будет, конечно, полный обман. У меня такое предчувствие. Так, теперь начинается пердеж. Начинается пердеж, а я, значит, ввожу 23.01. Господи. 18.14. 09.14. 07. Кстати, а может быть... Нет, ладно, доведу до конца. 1.3.0.1.0.9.1.4. Господи! Хоть бы не ошибиться ни разу! 10.914, да? 1.3.0.5. Я ввел все это дерьмо. На это ушло, наверное, порядка минуты, я думаю. Вроде бы все правильно, я старался как можно внимательней. Погнали! И что? Так. Двери открываются очень странно. Ай-яй-яй, это все было зря, да? Я зря вводил эту срань. Ты придурок! Я тут ввел секретный код, я его зачем ввел вообще? Блин! Походу меня развели. А-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Вот такие вот дела, ребята. Ну что я могу сказать? Нет, ну мы увидели секретную концовку, мы ввели секретную комбинацию. Первую.
А, меня ж на 15 лет посадили. Все, все, это конец, ребят. Все, ребята, я забыл, тут же он, мразь же на 15 лет сажает, сонная ублюдская. Вот она, посмотрите на нее. Ну все, значит, до свидания, значит, до свидания. На все, Балди, иди ко мне, любимый мой родной дорогуша. Иди сюда, родимый. Я не знаю, может быть, я думаю, еще в какой-то следующей серии попробовать все-таки продержаться эти 5 минут, посмотреть, что будет как-то. Просто вот стоять напротив этого придурка и ждать, 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 крашнет он игру или не крашнет, он в красной футболке. А вот это сейчас что было? А это сейчас что было? Это ради этого, может быть, я комбинацию вводил, чтобы когда он меня поймает, увидеть... Большой карбюратор вот этот? Или что? Что это такое? Блин, я ничего не понял. Ну ладно, в любом случае, кое-что сегодня мы новенькое об этой модификации узнали. Возможно, еще в нее вернемся, но это будет уже в следующий раз. А пока что, если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.